Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться с вами именно вкусной ароматной курочкой. Как она готовится именно от А до Я. И я уверен, что ваши гости, ваши близкие будут просто в восторге от такой ароматной вкусноты. Начинаем готовить? Погнали! Для начала я готовлю вкусное ароматное сливочное масло. Здесь у меня немного, грамм 100-120. Также нам понадобится 5 зубчиков чеснока. Чеснок отправляем к маслу. Также беру хороший пучок петрушки. Прям с огорода. Ароматная, вкусная. Молоденькая. Также нарезаем очень мелко. И, конечно же, зелень отправляем к маслу. Пол чайной ложки соли. Смесь перцев. По вкусу. И хорошенечко это все перемешиваем. Масло должно быть прям такое, мягкое-мягкое. Какой аромат, друзья. Просто шикарный. Взял кусочек пищевой пленки. Отправляем сливочную массу на пленку. Заворачиваем все в конфетку. Все, отправляем эту конфетку в морозилку буквально на 2 часа. Чесночное масло у нас в морозилке. Теперь займемся самой курочкой. Займемся маринадом курочки. Это у меня молотый кориандр. Чайная ложка сладкой паприки. Пол чайной ложки куркумы. Сухой чеснок. И буквально на краешке чайной ложки имбирь. И заливаем буквально 60-70 грамм соевый соус. Осталось хорошенечко промассировать. Хорошенечко промассировал. Теперь накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник на 12 часов. Прошло 10 часов, масло нарезаю на вот такие вот таблеточки, толщина где-то в сантиметр. Такое масло очень ароматное, его можно использовать вообще в разные блюда. Обязательно попробуйте, будет такая вот секрет и фишечка кухонная. Надо разделить кожицу от мяса, просто заводим аккуратно пальцы под кожицу вот таким вот образом и просто подрываем кожицу. Старайтесь не порвать куриную шкурку, а внутрь заталкиваем уже наше сливочное масло. Обычно у нас грудка сухая, а с таким сливочным маслом это просто вкуснотень, друзья. Просто забиваю сливочным маслом. Беру кусок шпагата и завязываем курицы ноги. И крылья, чтобы не подгорели, закидываем вовнутрь. С одной стороны и точно так же с другой стороны. Вот и все. Если есть желание, можно обложить такую курочку картофелем, любыми овощами, которыми вам нравится. Я отправляю в духовку, выпекать буду при температуре 190 градусов, примерно 1,5 часа. Курочка все время была под фольгой, а теперь фольгу снял буквально за 5 минут. Сок, который у нас образовался, хорошенечко смазываем курочку и назад в духовочку. Сделаем красивую корочку. Курочка готова. Обалденная, красивая, с красивой корочкой. Аромат стоит на всю кухню, друзья. Пробуем.
Очень сочная, очень вкусная, друзья. Обязательно попробуйте этот рецепт с таким ароматным сливочным маслом. Курочка получается просто идеальная. Для любого праздника или просто собраться вместе с родными на выходные и приготовить такую курочку, это просто бомба, друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. Я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока.